И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь являлся к Аврааму, Исаку, Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых в том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их». Спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского, и отведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дать ее в наследие я Господь». Сказал это сынам Израилевым, но они не слушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей перед Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон, а я не словесен?» И говорил Господь Моисею Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Начальники поколений их, сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Палу, Хесрон и Харми, это семейство Рувимовых. Сыны Симеона, Немуил и Амин, Ягад и Аким, Сохар и Саул, сын Хананьянки, это семейство Симеона. Вот именно сынов Леви по родам их. Гирсон и Кав и Мерари. А лет жизни Левия было 137. Сыны Гирсона, Ливни и Шимей, и семейство их. Сыны Хаповы, Авраам, Ицгар, Хеврон, Узил. А лет жизни Хапа было 133 года. Сыны Мерари, Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Авраам взял Яхаведу, тетку свою, себе в жену,
И она родила ему Аарона и Моисея, и Мариан, сестру их. А лет жизни Авраама было 137. Сыны Ицгаровы, Корей, Нефеки, Зихри. Сыны Узииловы, Мисаил, Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона. И она родила ему Надава и Авиуда, Элеазара и Фамара. Сыны Корея – Асир, Элкана, Авиасав – это семейство Кореевы. Элеазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Путииловых. И она родила ему Финеса, вот начальники поколений левитских. По семейству их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому: «Чтобы вывести сынов Израилев из Египта, это Моисей и Аарон». И так в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской. Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь». Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе. Моисей же сказал пред Господом: «Вот, я не злословен». Как же послушает меня фараон? Моисей же сказал пред Господом: «Вот я не злословен, как же послушает меня фараон?»